Давайте познакомимся. Меня зовут Наталья Нагорнова, автор видеокурса по созданию сайта, автор видеокурса по созданию канала YouTube, эксперт по созданию видео в программе Camtasia Studio и по созданию программы PowerPoint. Что вы сегодня узнаете на бесплатном тренинге? Как установить программу Prashow Producer? Как настроить программу Prashow Producer? Сохранить ролик для дальнейшего редактирования, как правильно сохранить готовое слайд-шоу в нужном формате и создание ролика, и, естественно, как удалить видеоролик на канал YouTube. Я немножко расскажу о том, как я пришла к видеороликам. 4 года назад мне прислали видео. Видео, в котором картинки и фотографии сменялись очень красиво, очень необычно. Я стала искать в интернете, кто и как же создают такие видеоролики. Это были настолько необычные, завораживающие и даже волшебные видеоролики, что я захотела научиться создавать свои собственные ролики. И уже не помню, кто был автор. И сегодня я готова с вами поделиться, научить, как же создать самому такой видеоролик, что для этого нужно. Мы с вами создадим первый видеоролик в мастере презентации. То есть это очень быстро и доступно. Ну, даже новичок сможет создать. Создание слайд-шоу возможно в разных программах. Но мы сегодня изучаем программу Prashow Producer. Программа многофункциональная. В ней встроенный редактор изображения. Очень удобная раскадровка и интуитивно понятна. Prashow Producer – это волшебная программа, и на бесплатном тренинге вы научитесь создавать прекрасные слайд-шоу, радовать своих близких и удивлять друзей. На тренинге вы узнаете, где и как найти красивые картинки, как их отредактировать. На самом деле наша программа очень универсальная. В самой программе есть возможность отредактировать видео и сами картинки. И как же объединить все единое целое в нашей программе Prashow Producer. А также вы узнаете, как разместить свой видеоролик на видеохостинге YouTube или разместить его в группах в социальных сетях. Сейчас вопрос. Все ли подписались на рассылку в группе? Сегодня я дала ссылочку на группу, новую группу создала по созданию видео. Обязательно подпишитесь и получайте приглашение на бесплатный мастер-класс. А я открываю новую вкладочку, и мы введем такой запрос. Нажимаем, вот смотрите, я нахожусь в Гугле, нажимаю на картинки и ввожу запрос «Цветы». Нам нужны картинки, фонд абсолютно без разницы. Мы нажимаем Enter и ищем картинки. Картинки нам нужны в формате. Вот нажимаем инструменты, нажимаем размер и выбираем точный размер. Далее я вам пришлю, в каком формате картинки нам нужны. Мы будем находить картинки 1920 на 1080 и нажимаем поиск, и нам предоставляются вот такие картинки. Я сохраняла тюльпаны и, пожалуй, сохраню еще тюльпанами. Вот картиночка погрузилась. Правой кнопкой мыши сохранить картинку как, и мы ее сохраняем на рабочий стол. У меня вот есть папка тюльпаны, я ее сюда сохраняю. Вот так мы ищем картинки, смотрим дальше, выбираем те, которые нравятся, которые яркие, где нет никаких надписей. В дальнейшем мы, конечно, с вами рассмотрим, как убирать надписи, но пока нам нужны без надписей. Сохранить картинку как? Вот так мы сохраняем и идем дальше. Вот такая очень красивая. Она прогружается. Здесь идет бегущая волна.
как только она прогрузится, мы ее сможем сохранить. Вот такая картиночка прогрузилась. Правой кнопкой мыши сохранить картинку как. И мы ее сохраняем в папке. Вот она у меня на рабочем столе. Тюльпаны открываем двойным кликом. Сохранить. Идем дальше. Вот такие тюльпанчики. Нам нужны картинки без надписи. Ну, это может быть бледная. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Давайте вот такую картиночку посмотрим. Она довольно-таки яркая. Вот здесь идет бегущая полоса. Сейчас картиночка прогрузится, и мы сможем ее сохранить на рабочий стол. Можно сохранять картинки, где будет с одной стороны цветы, а с другой стороны более свободное место. На этом месте мы сможем разместить. Я нажимаю правой кнопкой мышки. Сохранить картинку как и сохраняем ее в папку, чтобы написать надпись. Так, я сворачиваю и открываю программу ProShow Producer. Открываю программу ProShow и я продолжаю. Программа ProShow у нас открылась. Наша программа открылась и открывается вот такое окно. И нам нужно создать в мастере презентации. Мы можем здесь создать. А можем, вот смотрите, я здесь закрою, и можем нажать третью, раз, два, три, четвертую кнопку «Мастер». Мы ее открываем. Перед нами окно мастера презентации. Создание презентации, в которой программа наша настолько универсальна, что мы можем автоматически создать из картинок и музыки любую слайд-шоу. Допустим, вот вчера у моей дочери было день рождения. Естественно, есть много фотографий. Чтобы они у нас не пылились где-то там, на телефоне или на фотоаппарате, да, мы их загружаем на компьютер и создаем слайд-шоу просто для своей семьи, допустим. И теперь мы нажимаем «Начало работы», нажимаем «Продолжить». Идет загрузка тем. И здесь для первого раза я советую нажать «Ничего не выбирать» и создать все эффекты. То есть в этой теме содержится 463 слайда и переходов 514. И я нажимаю «Продолжить». И нам предлагается добавить фотографии. Я нажимаю на плюсик и добавляю с рабочего стола, с нашей папочки. Мы можем по одной фотографии добавить, нажали на нее «Открыть», и она у нас добавляется вот сюда. Или мы еще раз нажимаем и выбираем, нажимаем на картинку, зажимаем клавишу Shift и выбираем еще несколько картинок. Я выберу, много не буду выбирать, так как чтобы это быстро показать вам, как это создается. К примеру, вот так. И наши картиночки добавляются. Вот картинки добавились. И смотрите, здесь мы можем перемешать наши картинки. Вот они передвинулись. Но так как мы хотим красивое слайд-шоу создать, мы можем зажать левой кнопкой мыши и передвинуть на, допустим, вот разбавить оранжевый с сиреневым и создать это очень красиво. То есть, чтобы это было более-менее интересно, чтобы разноцветно это было. Мы загрузили картинки. Теперь нам нужно, так, вот здесь нужно выбрать 16:9. Вот у нас синеньким оно подсвечено. То есть это экран широкоэкранный. И нажимаем «Продолжить». Ждем, пока программа обработает.
И программа нам показывает наши слайды, как они могут выглядеть. Если нам, допустим, этот вариант не нравится, мы нажимаем «Возврат в мастер», мы нажимаем или «Стоп», или «Возврат». Я нажимаю «Возврат», и мы добавим музыку. Мы добавляем свою музыку, и у меня музыка весенняя. Мы можем ее прослушать, а можем что-нибудь добавить. Я добавлю вот такую мелодию. Она у нас прогружается. И дальше мы нажимаем «Продолжить» и «Просмотреть». Мастер презентации создает нам видео-слайд-шоу. Здесь мы видим, как добавляются слайды и переходы. То есть это идет в автоматическом режиме. И сейчас мы с вами просмотрим 100%. Просмотрим в окне превью. Так, я нажму стоп. В принципе, очень даже неплохо. Я нажму стоп. Смотрите, на данном этапе мы можем несколько раз вернуться в мастер презентации и выбрать любой другой вариант. Я нажимаю применить и выйти из мастера. И перед нами открывается вот такая презентация. Самый последний слайд, он у нас пустой. Мы нажимаем правой кнопкой мыши «Удаление», «Удалить выделенные слайды». Смотрите внимательно, потому что иначе у нас удалится все. Так, и переносим в самое начало. Мы можем просмотреть на большом экране. Я остановлю воспроизведение, и мы можем в любой момент посмотреть и изменить наши слайд-шоу. То есть вот здесь черный экран мне не нравится, здесь ну неплохо, но цветы у нас куда-то ушли. То есть все мы можем изменить. На сегодняшнем уроке мы с вами разобрали, как сделать слайд-шоу в мастере презентации, а дальше мы с вами будем создавать свои собственные слайд-шоу. Программа ProShow Producer, она настолько уникальная, она волшебная, она завораживающая, и мы можем создать любой из замечательных видеороликов. Я создала группу для любителей слайд-шоу. Ссылочку я вам дам в скайпе. Добавляйтесь. Обучение будет проходить так. Я вам буду давать короткие видеоролики, в которых вы сможете включили, посмотрели, остановили и создали. В чате будем выкладывать ролики, делиться нашими роликами. Пришлю запись. И вы уже по записи сможете создать свое первое слайд-шоу. Спасибо за внимание. Было полезно и интересно. В следующей презентации мы с вами отредактируем наш слайд-шоу.